Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас вот такая большая посылочка с Алиэкспресс. Возврат у нас вот тут наклеен почему-то. Ладно, давайте откроем ее. Упаковано хорошо. И это, наверное, залежавшая наша посылочка в вопросе. Открываем. Запечатал, конечно, продавец. Я уже открывал корпус. Вот он. О, открываем. И вот наша GoPro. Вот она. Помятая чуть-чуть вот тут упаковочка, но все целое. 1800p. Давайте откроем. Так, что-то трудно достается. Вот. Тут всякие крепежи. Упаковочка такая-то хорошо. Вот сама GoPro. Довольно тяжелая. Наклеена пленочка. На объективе тоже пленочка. Так, как она открывается? Вот так она открывается. Она вот так. Стоп. Открывается она. Как она открывается? Так, что-то я не понял. Во. Вот так она открывается. Все довольно плотно. Очень даже плотно. Камера. Объектив хороший. Внутри аккумулятор стоит сразу, мне кажется. Сверху наклеена. Пленочка, да. По бокам кнопочки. Кнопочка включения. Даже включается. И пишет No SIM card. Заряжена она полностью, как видим. Ну и захват, скажу я вам, сравнить по камере, захват, конечно, поменьше. Ладно, давайте посмотрим комплект. Вот так у нас камера. В боксе сразу. Давайте откроем бокс, отложим в сторону. Тут вот такой вот комплект. Это как видеорегистратор использовать. Это как? Это переходник на боковую. Так, это для вот этого. Так, тут у нас идет USB кабель. Крепление на велосипед. Крепление на голову. Сразу наклеен один скотч. Тут всякие крепежи. Комплект показывается, все как крепить. Вот, ну такая инструкция, макулатура. И тут два скотча положили. Ну вот и все. Ладно, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока пока